Андрей Ляпустин – инвалид по зрению первой группы. Эта степень по медицинским показателям устанавливается при значительно выраженных нарушениях зрительных функций, а именно абсолютной слепоте. Как активный человек по жизни, Андрей часто совершает хотя бы небольшие прогулки самостоятельно. Порой приходится пересекать оживленные перекрестки. На помощь молодому человеку часто приходят понимающие прохожие. Достаточно часто, периодически, пару раз в неделю приходится выходить. Ну, вообще, выходить каждый день, но с тростью. Когда нет сопровождающих, приходится с тростью. Люди довольно адекватные. Особенно бабушки пожилые, кидаются просто в помощь, сразу предлагают. Хотелось бы, чтобы молодые барышни почаще, но все бабушки. И таких, как Андрей Ляпустин, немало. Сегодня только в Брестской областной организации «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» числится около 3000 человек. Разные судьбы, разные жизненные истории, разная степень инвалидности. Их легко увидеть среди нас. Многие живут обычной жизнью, постоянно обучаются и развиваются, создают семьи и воспитывают детей. Однако определенные трудности вызывают непонимание со стороны тех, кто даже не подозревает, что такое жить и воспринимать мир вокруг себя только благодаря ощущениям. Одна из проблем – перемещение инвалида по городу. Дороги, светофоры, дополнительные ограждения и высокие бордюры значительно усложняют передвижение слабовидящего и тем самым создают определенную опасность. Чтобы напомнить водителям о том, что незрячий пешеход также является участником дорожного движения, в Международный день слепых в городе над Бугом прошла профилактическая акция. Представители областной организации «Белтис» совместно с сотрудниками госавтоинспекции провели рейд, проверив, как водители реагируют на появление на дороге человека с белой тростью. Каждый участник превентивного мероприятия получил пометку о том, как вести себя на дороге, и персональное напоминание об особом 119-м пункте правил дорожного движения, регламентирующем преимущества инвалида по зрению. Основная цель – это лишний раз обратить внимание и пешеходов, и в первую очередь автомобилистов на то, что дорогу незрячий человек – это тоже пешеход. И людям с ограниченными возможностями, особенно с ограничениями по зрению, гораздо труднее сориентироваться в такой интенсивно дорожно-транспортной среде. Многие водители даже не то, что не помнят, не знают, что есть пункт правил 119, который гласит о том, что если идет человек с белой тростью, он показывает жест, что он готов перейти проезжую часть, то не только на пешеходных переходах, а также вне пешеходных переходов водитель должен уступить дорогу данному пешеходу, снизить скорость и предоставить ему преимущество. Для упрощения жизни слабовидящих людей в Брестской области реализуется огромное количество инициатив. Это и государственные программы поддержки, и создание безбарьерной среды, и международные проекты, в которых участвует и белорусская сторона. Для тех, кто только слышал, что мир прекрасен, очень важны понимание и поддержка.